Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть The Binding of Isaac Rebirth Savior Mod. Следующее испытание, а вот такое есть, Годжира. Это Годзилла. А вот почему, это Годзилла. О, как-то она странно плачет. Ну и правильно. Годзилла не плачет. Ну да, но чувствую, это будет надолго. Нужно какое-то невероятное усиление дамага или не знаю. Вот было бы хорошо заиметь эту, как ее там, серу. А, еще у нас есть... какой-то геймбой. Ну, вещь, в принципе, хорошая. А, вот еще что она делает. Топчет все подряд. Не-не-не, возьмем этот шипастую штуку, чтобы ходить по шипам безболезненно. Вообще, что у нас есть? Ой, сколько чего. Это бадон, это повышение здоровья, грибочек, знак Овен, кажется, простуда, и вот это молоко соевое, которое делает вот это мелкие слезки. Вот это вот соевое молоко хуже всего, как мне кажется. Но, возможно, мы сейчас раскроем потенциал этого артефакта. Если он есть вообще. Все. Ну, может, камень с крестиком там. Что-то такое, нет? Конечно, нет. О, нет. Как ужасно. Не видно половины карты из этих рогов. Всего. Кошмар. Ну ладно, я вижу босса. Комнату с боссом, в смысле. И сейчас будем их ребят разбивать. Ой, хорошо. Как удачно получилось. И оно само взорвало нам. Оно. Само взорвало каменный сундучок. И, возможно, тут есть секретная комната. Ну, а почему бы и нет? Оказалось, есть. Ё-моё. Я боюсь эту комнату. Так, подождите, мы же... О, нет. Ну, открывай. Еще пауки? Да вы что? Понятно. Ничего нам там не дают. Идем к боссу, это Уайдоу. А мы пробельчик. И пакманом ее жрем. Годзильский пакман. Круто, и сожрали ведь. Круто. Ай, приезд, неплохо, и это знак Скорпиона. Отравленные слезки. Слезки. Действительно тут слезки. Хоть и Годзилли, но они маленькие. Слезки ли это? Может, это просто ядовитая струя? Пью. Ну, по-любому ядовитая, ведь у нас теперь Скорпион. Ай-яй-яй. Надо было как-то так хитро выдвинуть, чтобы взорвать. О, кстати... Range down. Куда уж down, вы чё? Ну ладно, не такой он и down, как показалось. А, то есть... Расстояние уменьшилось не насильно. В смысле... Не намного. Насильно. Чё дают? Золотой сундук. Ну... Нет. Глянем, что тут. Попрошайки. Ну, если набрать деньжат, можно попытаться с того прошайки что-то выпросить. Ой-ой-ой. Вот это я не люблю. Магазинов-то все равно нету, и комнат с артефактами не будет, поскольку это испытание. Ну, я что-то не помню, я не встречал в этом испытании их. Так что, скорее всего, нету. 11 монеток. Можно попытаться что-то выцепить у того. Ой-ой-ой. Попрошайки за деньги. Ай, да ладно. Так, что за карта? Two of Diamonds удваивает количество денег. Конечно, удваиваем. Можно было еще подождать. Там... Больше насобирать. Пилюля с эффектом... Эксплозива диарея. Ну да. Удачно. Как всегда. И опять попрошайка.
То есть еще больше может стать. Круто. О, теперь мы видим секретную комнату. Я что-то... Белая, кажется, пилюля была, да? Ну, полностью белая. Так, где-то секретная комната. Ой, что тут делается? Ну, мы не видим секретной комнаты, значит, и тут нет. Окей. Ну, нужна секретная комната? Почему же нет? Вот она. Эть. Бум. В общем, всякое надавали. Ай, я поспешил, насмешил. Нет, тут не брать. Попробуем. Это тоже не будем пока брать. А вдруг пойдет сделка с нечистым. А у нас будет красное сердечко, и мы его потратим. Это будет нехорошо. Где этот ваш пипин? Иди сюда. Ну, сколько еще? Все, кончился. Вот досада. Так и лопнул. Сам по себе. Литл Стивен. И вот таки да. Предлагает всякое. Кровавый помощник. Вот 9 жизней можно взять. Вот тогда так взяли, хорошо. И появилось красное сердечко. А теперь мы еще быстренько сбегаем к этому попрошайке, который за деньги. Может, выклинчим, вернее, он у нас выклинчит деньжат, но что-нибудь даст взамен. Типа повышающего здоровья. Карта. Ничего не делающая карта, да. Это как бы S-карт намекает, что это не карта, а кусочек туалетной бумаги. Вот. Да ладно. Давай это прекращай. Боб? Боб. Самое бесполезное, что могло быть. Нет, мог бы еще быть бесполезнее Боб, который... Другой Боб, ладно. Ну и хорошо. Другой Боб, который Боб... как он называется-то? На пробеле. Окей, уходим. Нас тут не любят. Проклятие лабиринта. Да, это часто встречаемое. Ты куда бежишь? Карта Magician. Да. Надеюсь, они в скелетах не превращаются. Как долго их надо бить? О, нет, ну это как-то не весело. О, ну вот. Temperance. Ой-ой-ой. Проблема в том, что эти грибы все, ну, могут взрываться. Да, я понял, понял. Все, давайте их всех. Ну, хватит, все. Видишь, что нам за это дают? Пуберти. Bad guess. Феромоны. Короче, ничего мы не получили, только потратили здоровье на эту ерунду. Плохо. Окей. Какой-то кошмар творится на экране, ничего не понятно. Ну, все дохнут. Дохнут, пусть дохнут, проблемы ихние. Я думаю, что вот здесь... А, нет, нету. Думал, там секретная комната. А вот нет. Фекалия. А. Даже из серых сердечек не выпадает из камней. Вот плохо. Ой, ой-ой-ой. Но зато 9 жизней. Так вот. Иди сюда. Вот может тут секретная комната. Ну может и нету. Ой-ой-ой. Ну, даже не знаю. Ну, конечно. 5 пуберти. Так, вот что я тут как-то взорву их лучше бомбой. Скоро ведь босс, правильно?
Это все ради одной бесполезной. А, пилюли. Давайте попробуем, может, все-таки тут комната еда, она тут. Ну, куча денег, это классно. А куда их использовать? Это не классно. И, судя по всему, там нигде не было зарядки батареи. Ах. О, серое сердечко, да неужели? Такое бывает. Ой-ой-ой. Что происходит? Ну, не знаю, как-то они все там подохли. Так, им надо? Эй, да ладно. Здоровье-то все меньше и меньше. О, вообще кошмар. Да. Ничего себе. Фух. И как же это взять? Вот почему сквозь них нельзя проходить? Ну и ладно. Так, эти сейчас будут стрелять, конечно же. Еще бы. Каменные бошки. С острова Пасхи. Так, опять ничего нет. И, ну, вот. Что это такое длинное-то? А, это двойное подземелье. Ну, конечно. Ну, конечно, надо было коснуться. Иначе никак. Дайте уже нормальную карту какую-нибудь. Нет. Of Hearts. Да что это такое-то? Прям нечего смотреть. Оу. Переход-то не тут. Ну, как-то так. Все равно долго. Окей. То есть босса будет два. Значит, было бы неплохо заиметь где-то батарейку, которая зарядит артефакт. Или же одного босса придется бить без этого нашего игрового устройства. Окей, окей. Все, все открылось. Тут тоже нет босса. Что взорвалось? Ну, само. А, это же эти чуваки. А почему они друг друга не взрывают? Нет. Стоп. А, мы же можем ходить по шипам. Я и забыл. Конечно, было бы лучше заполучить какой-нибудь полет. Была летающая Годзилла, в смысле, Амотра. Но даже летающая тут как бы не сильно спасет полет. О, ужас. Как с этим бороться? Это нереально. Такой бандуры ты не увернешься. Ну, собственно, все. Ну, пошли. Гурди. Ну, конечно. Это по размеру. Что это вообще реально вернуться? Ну, увернулись. Ну, PHD, здорово, все теперь пилюли будут позитивный эффект иметь. Да и так пока что был позитивный. Типа bad guess. Что ни на есть позитивный. Чап. Чап. Ну, чап, ладно. Поехали.
Съели чаба? Даже что-то открылось. Нечистый что-то там хочет сказать. Ну, конечно. А как тут увернуться? Никак. О, неуязвимость включилась. Вот здорово. Камушек. Усиливает дамаг. Окей. Итого. Ну давай, пилюльку. Две пилюльки. Ну вот. Я думал, мы возьмем сундук. А, нет. Так, некрополис один. Ну, пошли, глянем, что тут. Золотой простой сундук. Нет, это неинтересно. По-моему, слезки стали еще меньше. О, кредиточка. Конечно, классная вещь. Если будет сделка с нечистым, можно будет что-нибудь взять бесплатно. Но, будет ли она? Ну, как-то так. Так, они еще в скелетов будут превращаться. 100%. Поэтому обязательно неуязвимость. Вот, как-то так. Карта. Devil Strange. Что-то, что это? Это что, он сам его и убил? Ой, как здорово. А, ну ладно. Вот это неуязвимость. Ну тут в точку. Еще что-то осталось. И вот тут проблема. Кто-то еще остался. Ай! Все-таки за дело. Вот зло. Ну ладно, но все равно ничего веселого. А вот и веселое. Понял. Так, карта Lovers. Два красных сердечка. Пять Devil. Ну и все, ничего интересного. А. Включилось. Вот это хорошо. Это полезно. Ничего, пошли смотреть, что тут будет. Headless Horseman. Безголовый всадник. Ой. Ну вот. Как-то так. Нам предлагают летяшку. Летающую лошадку. В принципе, это хорошо. Полет все-таки. Теперь у нас типа летающая Годзилла. Оу. А с другой стороны, был хороший такой. Неплохой, я бы сказал, вот этот. Ну ладно, полетаем. Так полетаем, наверное. Пока геймбой. Или кто он там? Ну, теперь-то две... Вот, смотрите, два красных, два черных, до серых. Баланс. Баланс достигнут. По-моему, этой лошадке только морда толще стала. С
Солнце, покажи нам весь уровень, отлично. Что по уровню? Нам наверх надо идти. Да? Пошли наверх, чё? Ох, их сколько тут. Дай чё. Мы защитных мух пару штук. В общем, не дождемся. Вот что там за тупик? Там какая-то комната или это просто тупик? Ну, комната в смысле какая-то уникальная. Ой-ой-ой. Да, это не очень комната. Что, была только одна? Ну и хорошо. Походу, просто комната тупик. Возможно, там секретная комната, та, которая должна быть рядом с боссом, но ее нет рядом с боссом, потому что там чем-то занято другим. Какой может быть? Не, нормально, ну дали б лучше. Черных сердечек. Игровые автоматы. Ай-яй-яй. Одной неуязвимости не хватило. Плохо. И тут что? И тут жадность. Внезапно. С моей неуязвимостью. Попробуем доконать. Ай-яй-яй. Что-то у нее лучше получается. Но ничего. Ой, неужели скидочка? Скидка — это круто. Да покупать-то нечего. Че мы где купим-то? Ну вот, просто игровые автоматы. Вот он не хочет нас обманывать, поэтому, ну, скорее всего, нам не даст ничего. Пойдем так. Ай-яй-яй-яй. Так он и лопнул. Я не трогал. Он сам прикоснулся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну вот и черное сердечко. Отлично. Да выпендривались. Турельки. Ну, где-то же есть секретная комната. Ну, в теории. Вот она может быть либо тут, либо тут. Попробуем найти. Казалось, нет, и скорее всего тут тоже не будет. Да, она где-то в какой-то вот глубокой далекой комнате, что даже неинтересно искать. Вот так уже и мамаша. Окей, ну, привет. Ой-ой-ой. Плюхнула так плюхнула. И уворачиваться тяжело. Все, вот как-то так доконали. Ну и что ж нам тут нечистый-то предлагает? Всякую ерунду. Типа ошейника Гаппи. Вселение Дамага. И некие пилюли. Это батарейка, а это... Ну. Убери же ты его. Нет скорости. Хм. Ну, так как у нас есть кредитная карточка, мы ее используем и берем. Да все берем. Халява. Еще одну кошачью артефакт тяну. И у нас будет летающий котенок. Ну, у нас и так уже летающий Годзилла. Годзиленок. И вот я не буду ничего из этого брать. Чтобы пройти просто по умолчанию... Не дашь самого последнего босса, а да куда пустят. Возможно, это будет мамаша вторая, а возможно... Возможно, придется там кого-то из нечистого убить, что ли. Так, кто тут где? Ну, конечно. Ну, еще бы. Ой, отличный звук такой.
Что же в жизни так не бывает? Зашел в комнату, бах, неуязвимость. Всех от неуязвимил. Было бы здорово. Но, увы, так не бывает. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай, карамба. Иди сюда. Колесо фортуны все-таки может использовать. Ах ты. Попали. Они попали. Конквест. Ну уж так вышло, да. Теперь нам предлагают белую лошадку. То есть, вот так. Я, честно говоря, был бы больше рад. Вот. Странно, конечно, тебя слышать такое, чтобы всадника тут выпал. Не белая лошадка, а вот этот мясной куб или шар. Что то заряжается два... Ну, давайте на белом коне. Прикольно, наверное. Ну, как будто специально становится все меньше и меньше эти вот... Ай. Слезки. У тебя дамаг увеличился. Хоп. Камень с крестиком. Золотой сундук, в котором... Ну, монетки, просто монетки. И все-таки можно попытаться... Какой-нибудь игровой автомат найти и в нем что-нибудь... Выиграть. 45 монет. Ай. Да ладно. В общем, ничего нету толкового. Эх. Да, это вообще было. Это добило все уже. Вижу камень с крестиком, может там все-таки есть что-то полезное. Да, серое сердечко. Два, кстати. Это радует. При том, что 10 жизней вообще классно. Где ж ты там ползаешь, червишка? Тут целая Годзилла. Вот еще парочка серых сердечек. Отлично. Чтобы уже когда идти к битве с мамашей, думаю, неплохо. Подзаиметь побольше здоровья. Вот. И монетки, куда можно вложить. Наверное, тут же и скидка действует. Мешочек, который дает монетки. Ну что, давайте попробуем что-то добыть из этого чудесного. Ох, мы добыли тут. Игрового автомата. О, неуязвимость. Сколько красных сердечек падает? Прям не знаю. Зачарованное что-то. Не знаю как, но не промахнулись. И это не наша проблема. Да ну ладно. Ну и да ладно. За это все дали аж одну бомбу. Походу все основное пройдено и ничего толком нету. Да, такое тоже бывает. Ну ладно, пошли к мамаше. Сейчас там не было еще одного игрового автомата? Нет, только пилюля. Жаль. Нет, все-таки белый возьмем. Годзилла на летающем белом коне. Такое. И это, я подозреваю, не последний уровень еще. Ай. Еще у нас никакого нету защитного механизма. Просто печаль какая-то. Вот абсолютно любой, кто угодно нас увалит, это не весело. Да ладно.
Иди сюда. Ну, где же камень с крестиком? Его нет. Я даже не знаю, зачем эта комната тут нужна. Ну нет уже у нас практически ничего, что требует денег. Лучше бы там был кубик. Так, это что это у нас? Safety cap, then swallow it. Повышает шанс чего? Выпадание пилюль. Вот еще один. Вот это, наверное, кубик. Да, шестерка. Но эта шестерка так зареролит все, что даже не знаю, может быть только хуже. Но может быть и лучше. Совсем не факт. Иди сюда. Нам-то надо играть. Ай-яй-яй-яй, Годзиллой. Кто еще остался? Кто еще остался? Еще есть кто-то? Ой-ой-ой. Ну что, монет куча. Может действительно там реролльнуться. Джастис. Ну, хоть сердечко вернули. Итак, два сердечка, всего ничего. Там мамаша. Там первое же сердечко, а то едва сразу вынесет лазерный глаз. Это 100%. Ладно, глянем, что тут предлагает кубик. Уоу! Ну, сердечко стало 3. И вот эта пакость, это ужасно. Какой-то ужас, серьезно. Ну, гигантские размеры остались. Так, технически это еще Годзилла. It lives. Да. Так, одно сердечко. Все, понеслась. Ну вот. Ну и нам предлагают идти дальше. Что-то как-то не хочется спешить туда. Сердечки-то где красные? А вот ни одного теперь нету. О, глянем, секретные комнаты. Может, что найдем классное. Bad guess. Speed down? Как так? Откуда вообще speed down? Ну что? Эксклюзивы деревья. А, у нас же пропала. Пропала PHD, значит. Плохо. Теперь с этим надо поосторожней. Но зато вот секретная комната, в которой... Даже не знаю. Все такое отстойное. Да, сердечек не видать. Окей, пошли так. Что ж делать-то? Это что? Нет, уже лучше тогда возьмем хождение по этим шипам. Работает же, работает. Значит, и половинку сердечка можем взять. Ну, пошли дальше. Совсем не весело. Это еще надо проходить собор, и, скорее всего, это не получится. Самое противное, что он и не стреляет-то. А че он не стреляет? А тьфу ты, елки-палки. Как же это я так затупил. Летающая же большая слизищ. И теперь он еще и не давит ничего. Оу.
камешек. Увеличивает дамаг. Ну, это классно. Еще что-то? Еще две лапы мамашины. Ничего себе. Вот как-то так. Ну, сердечек не видать. Ай-яй-яй. Ну да. Зато секретная комната, в которой... А, сырая печень. Это вещь классная. Да ладно. Да ладно. И вернули то, что было и так. Ну, это несерьезно. А было бы 5. Ну, ну, надо было это предвидеть и обходить нормально. Это не весело. Ну, хорошо, хоть так. Карта. То спайс удваивает количество ключей, что как бы нам... До лампочки. Тихо. Все, и дают какой-то красный шприц. Это что? Отравленное касание. О, хорошо, хоть из этого выпал костра. Выпало серое сердечко. Это неплохо. Может, можно пойти в большую комнату? О-о-о. Не очень-то ее можно и обойти. Ну, как-то так. Монетка, какое счастье. И тут куча бомберменов. Тонны. Ну, не знаю, попробуем как-то ее... Их! С резинкой, наверное, тяжеловато. Они все время шустрят и далеко... Убегают. Наверное, попробуем этим помощником мочить. Ну давай уже, сколько можно. Ненавижу большие комнаты, тем более в соборе. Это что-то нехорошее. Может, попадется кубик и реролит нас еще что-то хорошее. На. Получше, чем это. Не знаю, как это все... Об что? Об что-то. А, это ужасно. Ну, как-то так. Что примечательно, слезинка и вот этот лазерный помощник, они как-то вместе двигаются. Ну, почти вместе. Ну, собственно, вот и босс. Давайте-ка глянем, нет ли тут секретных комнат. Очевидно, что нет. Ну, давайте к боссу, что уж. Что уж, может, нам хватит? Годзилла прорвется. Айзек против Айзека. А, в принципе, хорошо, вот так поставим. И слезинка поглощает все удары этого чувака. Это плохо. Ай. Еще чуток. Ай-яй-яй-яй-яй. Думаю, нам хватит этого всего. Ну вот и прошли. Делов-то. Пинг. Ну, в целом весело. Годзилла прикольно. Ну что ж, всем спасибо за внимание. Там еще осталась парочка интересных, более-менее таких нормальных испытаний. Мы их обязательно пройдем. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.